Привет. Привет. Что Борис? Ты имеешь в виду какие? Девушки прям на минуту вас остановили. А что за кроссовки-то? Неважно, что. Не, я сейчас просто как бы иду и... Подожди, стойте, девушки. Прям буквально минуту я вас отпущу. Я сейчас просто проходил мимо и смотрю, как бы идут девушки. Смотрю, прикольные, вот. И мне твоя подруга понравилась, которая такая загорелая и с бриллиантиком таким вот здесь вот. Я прямо тебя на минуту украду пообщаться, прям. Да я минуту, я одну минуту, и я тебя верну подруге. Да ради бога. Прям буквально на минуту пообщаться. Ты это, откуда такая красивая-то? Я? Отсюда. Ну ты в смысле это, на тебя смотришь, ты прям какая-то это, какая-то кожаная вся. Ну бывает, да. Такое, знаешь, такое прям ощущение, что ты из БДСМ. Нет, ты далеко не оттуда. Еще и ты знаешь, татухи какие-то тоже прям, что-то есть. Нет, это к БДСМ не относится, к счастью. А что вообще, это какие-то индийские штуки? Нет. А что вообще, с чем связано? Ну, это личное. А, это типа у тебя опыт наложенный. Да, возможно. Ну, у тебя, кстати, интересный стиль, то есть у тебя черные волосы, они как-то совмещаются прям с твоей кожей. Спасибо. Мне кажется, что-то есть тебе такое. Не знаю. Как тебя зовут? Кристина. Кристина? Угу. Меня Василий зовут. Очень приятно. Не, вот этот вот ногти прям необычный. Вы что, тут гуляете? Да, мы гуляем еще в кино поехали. А что за кино, какой фильм? На монашку. Какой? На монашку, на ужастик. А, ну, кстати, вот по тебе чувствуется, что прям это... Что прям любишь ужастики. Ладно, мы побежали. Стой, подожди, Кристина. Да. Слушай, ну ты вроде девушка интересная, давай с тобой увидимся. Ну, окей, хорошо, запиши мой номер и тогда спишемся. Ну, да. У меня телефон, ну, знаешь, ему на пенсию уже пора, а он все еще живет. Беда. 8996. 60. Ага, все. Кристина, когда свободно бываешь, подожди? Я, в принципе, пока каждый день. А, то есть ты, в принципе, тебя каждый день можно, да? Я тебя сейчас наберу, чтобы ты знала, окей, кто тебе звонит. То у меня обычно коллектор иногда... Да, все. 23. А у тебя тоже такой, тоже разбитый? Да, тоже разбитый. Офигеть, ну ладно, давай, обнимашки. Пока. Пока. Ты, кстати, классно пахнешь. Ребят, всем привет! Меня зовут Василий. Буквально вот недавно прошел тренинг Вовы, и меня как бы очень вставило. Сейчас вот как бы подхожу, знакомлюсь с девушками, да, как вы уже видели, и не все получается, то есть есть подходы, где реально сливают, но самое главное то, что я действую, а значит, рано или поздно я получу результат. Соответственно, многие из вас, вы как бы, ну, думаете, то, что вы все умеете, все можете, хотя на самом деле, как бы, пока вы не пойдете и не сделаете это, вы на самом деле не узнаете, что на самом деле у вас происходит с девушками. Поэтому прекращайте уже лежать на диване, начинайте действовать, и только тогда у вас все начнет получаться. Не сразу, но со временем у вас получится. Ну или можете ускорить этот процесс, как я, прийти к Вове, и вам уже дадут готовые инструменты. Все, ребят, на связи был Василий Бульба. Не лежите на диване, действуйте, и я тоже погнал действовать. Ребят, здорово, прервусь на минутку с этим видео. Объявление следующее, значит, с 15 по 18 ноября тренинг «Практика» в Новосибе пройдет. Есть еще места, можете записаться, ссылка под видео. И с 6 по 9 декабря у нас пройдет новогодний тренинг «Практика». Уже точно заключительный в этом году, потому что этот формат очень круто себя зарекомендовал. И каким-то таким легким образом уже три группы собралось прям очень легко. И сейчас уже есть желающие на четвертую. Поэтому, ребята, активнее записывайтесь. То есть еще раз, значит, 15 по 18 ноября практика в Новосибе. И 6 по 9 декабря новогодний тренинг «Практика», заключительный в этом году. Будет очень много интересных фишек. Мы пригласим туда живую человеческую женщину, которая будет давать вам обратную связь. И много чего интересного. Все ссылки для записи под видео. Успевайте забронировать себе место. Я лично вместе с вами буду ходить и делать эти задания практически. И
каждому персонально буду давать индивидуальные какие-то частные рекомендации. Все, увидимся на тренинге. Пока, ребят. Привет. Привет. А это дочка у вас? Да, да, это моя дочка. А, внучка или дочка? Дочь. Дочка. А. Кстати, она прям похожа на вас. Прям что-то есть такое. А вас как зовут? Меня Василий зовут. О, понятно. Вот, я сейчас просто, ну, проходил здесь, как бы жду друга и смотрю, как бы, ну, классная девушка. Понравилась мне. Вот. Я прям буквально на минуту ее украду пообщаться. Нет, извините, он гуляет. Да я прям вот буквально на минуту и верну, как бы, это важно. Важно? Да. Ну окей, время пошло. Ты прям минута, как в этом, знаешь, как вот кто хочет стать миллионером, знаешь, когда там звонок другу, так и время такое, время пошло, да, задавайте вопрос. Да. Ты просто это, у тебя там прям юбка такая красная, ты прям так привлекаешь внимание. Прикольно, спасибо. А это, судя по всему, еще и платье. Угадал. Вот, я же как бы смотрю то, что ты еще с мамой идешь, я думаю, наверное, ты девочка примерная. Окей, давай ближе к делу. Вот, а я же как бы ищу себе как раз, понимаешь, я же как раз себе примерно ищу. Так. Думаю, вот, наверное, она милая. Окей. Как тебя зовут? Элина. Меня Василий зовут. Очень приятно. Элина? Да. Ты не танцуешь? Нет, сейчас нет. Слушай, мне кажется, ты прям это... Я сейчас гуляю. Я тебя понял. Слушай, подожди минуту сейчас. Элин, ну, в общем, это, давай с тобой увидимся. Ну, давай записывай номер тогда, и я пошла дальше. Уже 8? Сейчас, подожди полминуты. Он у меня это, он у меня же старенький, уже долго думает. У меня телефон просто в метро украли. Чего ж ты так? Да, он у меня был, ну это летом еще было, он у меня был в кармане джинс, получается, здесь вот и прям как-то вообще не очень хорошо вышло. 8? 900? 16. Подожди, не так быстро. 916. Илин, слушай, а чем занимаешься вообще? Ну, в общем, ты мне позвонишь. Не, подожди, в свободное время. И мы с тобой обсудим, окей? Сейчас, подожди, у тебя звонит? Окей.